потерпев энергетическую катастрофу. Земляне отправились на прекрасную далекую планету Кеплер, чтобы подсоединиться к источнику суперэнергии, которую источал многовековой лес деревьев Карлано. Так, с приходом землян, лес был полностью уничтожен. А некогда процветающая планета обречена на вымирание. Примите участие в состязаниях за право звания Птичьего Короля. Вы должны пересечь долину Красных Скал, преодолев опасные препятствия. Гага, береги! Кто этот храбрец? Никогда не видел такого ловкого парня. Поздравляем. Аксель — новый Птичий Король. Молодец, Аксель. Проще не бывает. Аксель, ты готов спасти нашу планету? Что? Говори, кто тебя послал? Пустите! Тебе не уйти живым. Уверены? Бутрон! Держи! Эй, я что-то нашел. Если вы это читаете, значит, я провалил миссию. Трое отважных малышей, Аксель, Джона и Гага, бросают вызов злым Грутерам и коварным роботам. Аксель и его друзья — последняя надежда погибающей планеты. Чтобы возродить Кеплер, они должны отыскать последнее семечко дерева Карлано. И пока есть семя надежды, планета имеет право на жизнь. Космическое приключение.